Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в совсем уж плохом месте. Мы идем по следу Бертругера. В последней серии мы пробрались в лабораторию, где изучали куб душ. Мы почитали. А вот и он. Почитали дневники ученых, которые подозревали, что он что-то делает не так. О, старый знакомый. Давно не виделись. Да. Но вы уже как-то не сильно так впечатляете, честно говоря. Довольно простые противники. Что это вы тут делаете? Игрушка просто по-прежнему пугает. Это сколько нужно было сидеть над игрой, но, насколько помню, ее делали очень долго, чтобы она была такой длинной и при этом, ну, вообще без проседаний. Уничтожьте мост, сказал он. И мост, судя по всему, уничтожили. Понятно. Камера слежения что-то показывает у нас. Тихо. Я слышал тебя, скотина. Куда этот доступ получен? Сюда? Ух, офигеть, за этой дверью что там, мясник что ли живет? Тихо. Помоги мне, кто-то сказал. Из туалета, да? Офигеть, я что-то не хочу туда. Ну, с мостом какая проблема-то у нас? Что ж, пугаете-то так, а? А капец, вы больные люди. Просто больные. Уф, так. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. О, стекло побито все. Ну, окей. Все, кажется. Можно уходить. Не самое приятное место, да? Давайте-ка назад вернемся. Вот так вот. Круто. Где вы? Я слышу вас. Так, нос чешется. Тихо, тихо, тихо. А? Ну тут-то откуда? О, блин, со всех сторон вступает. А откуда ты-то? О. Ну да. Что-то я сегодня излишне пуглив, по-моему, нет? Хорошо, бодрячком. Сохраним. С тобой что произошло? А! Да что ж ты... Откуда вы беретесь-то, ну? Ну, допустим. Блин, враги просто напирают, наседают. Это же ненормально. Склад D3. Куда мы не попадаем? Странно.
Это что, такая очередная линия последней обороны, что ли? О, я бы, конечно, не хотел пока переключаться, потому что все равно это... This is the personal audio log of Dr. Frank Serrano. Личная запись доктора Серрано. 19 сентября. Been brainstorming on Bertruger's thoughts about achieving sustained, uninterrupted transfers. Он много думал о Бертругере и его делах. Currently, our systems can only build enough of a charge to have the portals open for approximately 10 to 15 seconds. Пока что энергии хватает на портал продолжительностью 10-15 секунд. Engineering in the Inpro facility informed me that we can theoretically boost the active portal time to 45 seconds quite easily. Могут очень легко, судя по всему, до 45 секунд увеличить время, которое будет держаться портал. We're sucking power from three veins in Inpro just to power chamber one. I have no idea how we can sustain transfers for longer than. По голосу слышно, что это афроамериканец. Именно такой акцент. Так, уважаемый доктор Серрано, в последнее время члены научных групп Дельта стали часто страдать от приступов иррационального поведения и бессонницы. Сами они полагают, что это непосредственно связано с последней серией экспериментов по телепортации. Пожалуйста, немедленно явитесь на уровень 3 лаборатории Дельта и окажите необходимую помощь. Спасибо. Запрос на выделение персонала. Уважаемый доктор Серрано, мы пока что не можем удовлетворить ваш запрос на увеличение численности медперсонала на уровне 3 лаборатории Дельта. Как вам известно, медицинский персонал в последние 2 недели испытывает серьезные трудности с личным составом и не может принять на себя дополнительную нагрузку. Вы можете воспользоваться дополнительными аптечками, которые находятся в комнате D3-1 напротив нижних терминалов. Код доступа к шкафу 317-841. Хорошо. Вроде тихо. Жуткое место, на самом деле, просто до дрожи. Так, красавчики. Давай сюда. Привычно. Это насколько надо запугать меня, что я уже таким вещам просто перестал их бояться. Уже иммунитет. До того тут много страшной хрени происходит, что на ее фоне это все уже не так сильно впечатляет. Загрузка данных в КПК. Так, Ханли. This is the audio log of administrative assistant. Пропажа BFG. Dated October 20th, 21. Какой у тебя акцент китайский? Just when I thought this job couldn't get much worse. И так, говорит, дела плохо были. Теперь вообще плохо. Sent another group of researchers through the portal 2 days ago, and they failed to return at their scheduled time. Radio transmissions to the. Послали людей в портал, они не вернулись вовремя. Even our LZ tracking systems can't find them. Даже системы слежения не смогли их найти. Боюсь, они мертвы. Losing lives is one thing, but losing our proprietary technologies is another. Ладно, говорит, жизни потеряли, но такое оборудование. У них же были BFG. We fear those guns may have fallen into the hands of those. Если эти оружие не в те руки попадут. We don't know who or what is behind that portal. Не знаем, что за этим порталом. Until we find out where our guns are, I'm suggesting we suspend operations to the portal. Thank you. Предлагаю, говорит, пока мы не знаем, что по той стороне, на той стороне портала, прекратить операции. Похоже, его не послушали. Охрана Дельта, информация. Хань, после инцидента на прошлой неделе охрана комплекса Дельта поместит дополнительные материалы на случай ЧП в шкафах 386-387 возле первой телепортационной камеры. Как только материалы будут помещены в шкаф, мы изменим код доступа на 836. Угу. Угу. Так, что это такое? Дезинфекция ожидания. Запустите дезинфекцию для прохода в закрытый сектор. Запустить камеру. Decontamination chamber sequence initiated. Где?
Еще? Я могу добавить запросто. Ой. Еще кому? Раздача окончена, нет? Ага, вот она. Очистная комната. А тут что? А тут сломано, понятно. Decontamination process started. Decontamination complete. Have a nice day. Тихо, блин, ну че, где я застрял? Уроды. Дверь закрылась прямо за мной и не пустила меня. Это было подло. Дверь. Ты такая дверь. О, это что за хрень? Это портал? О, что-то мне совсем это все не нравится. Так, код там был. Восемь, три, шесть. Так, того мы имеем. Вот так. И вот так. Ну, в целом неплохо, чё уж. Конечно, плазму могли побольше дать, но, по крайней мере, полное здоровье, аптечки. Это вполне себе ничего так. Пойдем. Есть ощущение, что нас к чему-то подготовили. Что ж вы лезете-то, а? Ох, не нравится мне все это. Понятно, можем сюда уйти. Здесь у нас нерабочий портал. Не указаны координаты. И заляпанный кровью приборный отсек. Хорошо. А мне показалось, тут что-то появилось. Ощущение, что я чего-то не понял. А, вот. На главную платформу. Подожди. Pad 2 selected. Хочу на вторую. Сколько она продержится? Ну, секунд 40, да? Даже больше. Я пока схожу, проверю. Окей. Охренеть, это что такое? Понятно, почему мы тут не пройдем. Так, ты все еще работаешь? Ну, давай попробуем. Ой, какой неприятный коридор. А первое, я так понимаю, это позади нас там было, да, вдалеке? Так что нам туда не особо... Ревенант, понимаешь? Плазмы, кстати, давно не давали. Фу. Decontamination process started. Decontamination complete. Have a nice day. Давай посмотрим, что нас тут ждет. My patience with you is wearing thin. Я, говорит, теряю терпение уже. Ага.
Хорошо. Вполне себе неплохо расстреляли. О, склад. О, солдат. Блин, что ж так долго летаешь-то? Нормально? Да, блин. Пока что все. Патрон только кончается. Блин, это просто какой-то кошмар. С этим колесиком мушки. Кстати, плазма еще. Давайте ее поэкономим. Так, сюда не попадаем. Остается одна дорога. Вот, смотри, тут вообще что-то. Да тут, в принципе, пора привыкнуть везде так. Оглядись, все мертвы. Скоро ты будешь с ними. Тихо, тихо, тихо. Блин, это просто капец же, ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, где ты там? Короче, с мягким знаком. Попа треснет. Не так их рвали. Так, ну сюда нам, я так понимаю, нужно. Потому что вон, видите, как это все выглядит. Жизнеутверждающе. Плазма. Это всегда хорошо. Так, фонарик. Не подводи. Трончик. А, это бронепластина же. Точно. Так, ну и, собственно, либо туда идем, либо сначала сюда заходим. Я думаю, так будет получше. Так, сели поудобнее. Угу, отлично. Access granted. Зона открыта. Блин, ты посмотри, прям сюда зашел. Тихо. Не успел вовремя присесть. Но вас я уже тоже не особо боюсь. Тем более, что тут такая прелесть есть. Это же просто капец, я не хочу сюда идти ни в какую. Ну какой у нас выбор есть? Дохни, дохни. Офигеть просто. Куда я попал, блин, а? Это просто, по-моему, какой-то капец. Дайте мне обычный ПП. Ты за углом, да? А, закрылась. Еще. Посмотрим, Бертругер, кто будет ржать последний. Капец, я не хочу тут находиться, это же просто жопа какая-то. Я извиняюсь, натурально жопа. Это просто кобздец какой-то. Ну да ладно.
Ох, так. Да, тут призвался этот. В минуса. Ну, они заметили, они уже идут буквально через каждые там пару минут, штук по 10. Тихо, ты откуда взялся? Давай, тупи побольше. Кто еще? Где ты там? Давай-ка он успел цепануть, смотри. Даже просто стоишь на месте, они все равно появляются. Да ёлки. Ох, сколько же вас тут? Игра напоминает Serious Sam. Хотя нет, она не Serious Sam напоминает, потому что Serious Sam был такой цветной, миролюбивый. Игра стала напоминать Painkiller, потому что врагов просто куча. Вот просто... Просто дай персонажу коломет, и все, будет вылитый. Так, тихо. Здесь тоже надо быть осторожным. С той стороны я слышу неприятные звуки. Куда же мы пойдем? Туда? Или туда? Конечно же сюда. О, понятно. Ничего. Ничего. Сверху кто-то пробежал. Причем, судя по звукам, в каблучках. О, какая пакость. Жесть просто. Просто жесть. Я, кстати, не заметил, в этой игре, по-моему, особого смысла в голову целиться нет. Ну, так вот, по личным ощущениям. Что в пузо стреляешь, что в голову. Примерно одинаковое количество здоровья отнимается. Нет? Надо будет потщательнее присмотреться к этому. Warning. Chamber malfunction. Что? Сбой? Ну, конечно. Попробуй это очисти все. Склад. У-у-у. Оно нам сильно нужно, нет? Да ну нахер, я не пойду тут. Нет, ни за что. О, мне уже до того не по себе стало. Так, тихо. Давай еще. Ну и в принципе пойдет. Так, эта дверь туда же ведет, да, я так понимаю? Ну, не совсем. Хорошо. В этой игре вообще, в отличие от других, хочется поменьше говорить. Другое дело, что у меня просто не бывает такого, чтобы я молчал. Но вот именно в этой игре хочется помолчать. Постоянно напряжение какое-то. Так, а что же тут такое? Запросить. О! Давайте поищем. Первые две у нас, я так понимаю. Пожалуйста,
А я, честно говоря, не знаю даже какую. Ну давай склад. Звучит многообещающе. Pad 3 selected. Надеюсь, это не тот темный склад. Ну, вперед. О, неприятное зрелище. Куда это меня выкинуло? Пакость какая. Вот это, наверное. Оно просто выломилось сюда, что ли? Ок. Я слышу тебя. Давай. Да тут я, ну. Отлично. Что произошло? Он на своей гранате взорвался, что ли? Который я попал метким выстрелом. Ну хорошо, ладно. Я, похоже, Ревенанту подстрелил ракету, когда она была... То есть только вышла. Это убило его практически мгновенно. Это хорошо. Обожаю ПП. Он великолепен. Так. Да, блин, на секунду остановился, нет? Да, в НБА бы тебя не взяли. Жуть какая. Я, конечно, понимаю, что он в результате багов стал, но... Вот так будет спокойнее, я думаю. Но все же, блин. Неприятно. Ну, как обычно, я не сомневался, что ты придешь. Тот самый мост. Угу. Здесь прошел Бертругер, нет? Да, мы он оттуда смотрели. Он прошел вот так и пошел туда, видимо. Ой, какие приятные звуки снизу. Блин. Фу, пожалуйста, пусть будет поспокойнее, хотя бы на секунду. У меня уже скулы сводят от этого напряжения постоянного. Смотри, какой живучий. Ну, блин. Ух ты. Япона мать. Что-то как-то мне тут не сильно нравится. Я хочу вот сюда вот попасть. Там вон сколько всего. А подожди. Нет. Что же делать? Сюда через портал можно было попасть. Либо можно будет, запомним. Станция охраны 3. Ах уж сволочь-то. Ну ладно, остается только одна дорога. Туда, вдаль коридору. Ну, в принципе, давайте мы на этом закончим, наверное, эту серию, а в следующую уже будем двигаться дальше. Мне нужно маленько отдохнуть, потому что каждые 2 минуты на меня вылазит где-то по 5 монстров. Это не очень хорошо, они меня замучили уже просто. Но, тем не менее, все очень круто. Пока что игра очень радует.
пока что. Прошло уже, по моим подсчетам, где-то, наверное, серии 30. Короче, игра просто радует, и это круто. Надеюсь, вам нравится так же. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.